Запись пошла. Все, поехали. В общем, да, в воскресенье мне уже улетать. Не то, чтобы у меня было вагон времени. Выключите там звук. А, у кого-то... Станислав, не успею сегодня, у меня толщиномера Гоша, нет. Гоша, Гоша, выключи звук. Без него. Завтра буду. Павел Михайлович, выключите у всех звук. До свидания. Гоша, выключи звук. У меня, к сожалению, не будет какой-то исчерпывающей лекции, потому что тема важная и непростая. И чтобы прям все по полочкам разложить, к сожалению, надо слишком много времени. А я имею в виду, чтобы сравнить результаты клинических испытаний нашей вакцины и остальных, допустим, зарубежных, чтобы сделать какие-то грамотные выводы. Во-первых, результаты клинических испытаний нашей вакцины еще пока не выложены, они не опубликованы, поэтому вообще-то вот что-то сказать прям надежно я не могу. Я просто вас вот познакомлю со своими мыслями по поводу этой вакцинации, вообще всей, какие есть за рубежом и какая, собственно, вакцина у нас, что она из себя представляет, какие я там вижу за и против. Ну, повторюсь, что это мое личное мнение, я, как всегда, не претендую на какую-то истину в последней инстанции. Скорее, я вас, как всегда, закидаю кучей ссылок, по которым вы потом сможете пройти и чего-то там еще посмотреть, какую-то инфу. Ну и кроме того, все мы ждем, собственно, публикации результатов клинических испытаний. Они так или иначе, конечно, в СМИ просочились, что-то там Фонтанка написала, что-то Медуза, но все равно надо видеть нормальную статью с изложением всех побочных эффектов. Пока этого нет. Так, значит, идем дальше. Гоша, у тебя опять включен микрофон. Извините. Так. Я все-таки... А Павел Михайлович, вы где? Я вас не вижу, вы почему мне не поддакиваете? Я не могу так рассказывать. Здесь, да, да. Но у меня птицы орут тут. Птицы орут. Ну, вы включите камеру, выключите звук. Птиц не будет, а вы кивающий будете. А, ладно. А да. То я рассказываю опять в темный экран. Хорошо. Вон только хорошо. Людмилу Анатольевну еще вижу. Вот, это хорошо. Да. Все, ладно, поехали. Значит, я, конечно же, начну с ликбеза в надежде, что не только биологи меня тут слушают. Вот, чтобы потом дальше рассуждать о типах вакцин, надо все-таки пару слов про иммунитет сказать. Я, тем более, я что, зря на Курсере 3 курса по иммунологии проходила. Надо как-то нести, в общем, эту информацию в массы теперь. Значит, смотрите, что нас будет интересовать, когда мы говорим про вакцины, потому что сейчас часто звучит, что вакцины какие-то приводят к формированию только гуморального иммунного ответа, а какие-то еще и к формированию клеточного. Ну, вообще говоря, это не совсем справедливо, но откуда вот ноги растут у этих разграничений, давайте посмотрим. Значит, у нас есть несколько. Иммунная система – это до того, блин, сложная система вообще. В ней разобраться действительно там черт ногу сломит. Все совсем связано, куча молекул, куча клеток и так далее. Мне такое ощущение, никто нормально не разбирается в иммунологии, потому что это настолько запутанная система, но тем не менее. Когда мы ее пытаемся как-то разложить на какие-то звенья, это уже сильно большое упрощение, потому что там все связано со всем, и отделять мух от котлет совершенно невозможно. Но все-таки мы какими-то категориями в этой иммунологии мыслим. Какими, собственно? На уровне молекул что у нас есть? У нас есть всем известные антитела, которые нарабатываются в ответ на какой-то вторгающийся антиген. Антигеном в данном случае у нас является коронавирусная частица. И вот на нее образуются против нее антитела, да, которые ее облепляют. Самое главное, грубо говоря, действие антител, их тоже много, этих функций антител, но самое главное для нас – это нейтрализующие антитела, которые облепят коронавирусную частицу так, что она не сможет проникнуть в клетку. Вот. Есть другие антитела, которые к нему прикрепятся, к этому коронавирусу, но тем не менее не помешают в клетку попасть. Нас такие антитела, грубо говоря, мало интересуют. Большое дело было найти, на какой конкретно участок поверхностного белка нацелены именно нейтрализующие антитела. И, собственно, тест-системы под такие антитела, на пояс именно таких антител разработать, что, в принципе, уже там более-менее сделано. Вот. То есть это первое звено, да, это наши молекулы, самое главное, о чем мы говорим, это антитела. И когда мы говорим про антитела, мы это называем гуморальным иммунным ответом, да, наработку антител. С
Следующий у нас как бы этап, это идет, ну не этап точнее, да, а следующая категория. Мы рассуждаем про клетки иммунной системы. В данном случае нас больше всего интересуют лимфоциты. Мы с вами говорим про приобретенный иммунный ответ в основном, то есть это лимфоциты, которые приспосабливаются узнавать конкретные участочки белка нашего коронавируса. И здесь у нас, как вы видите, да, у нас есть две большие группы лимфоцитов. Это B-лимфоциты, которые, собственно, производят те самые антитела, включая нейтрализующие. И с другой стороны у нас есть T-лимфоциты. И вот T-лимфоцитов у нас как бы есть две большие группы. Это T-киллеры или T-клетки-убийцы, которые непосредственно могут убить зараженные вирусом клетки нашего организма. Это так называемые цитотоксические лимфоциты, CD8. И еще у нас есть Т-хелперы, которые, как вы видите, помогают как клеткам-убийцам, так и Б-клеткам осуществлять свои функции. Поэтому вот на самом деле вроде это такой простой вопрос. Сейчас я попытаюсь как бы изначально подвести, в чем я пыталась долго разобраться и в чем тут поинт, как говорится. Пишут и в своем интервью Денис Лагунов, это главный разработчик вакцины из центра Гамалеи, говорит о том, что вот их вакцина такая классная, потому что она приводит к образованию не только гуморального иммунитета, но и клеточного. И говорят все время про Т-клетки. Ну блин, Т-клеток-то есть, Т-помощники. И Т-киллеры, мы про какие клетки говорим? А получается, на самом деле, мы говорим при всегда про все вместе Т-клетки. И тут у меня вот почему возник у меня вот какой-то диссонанс и вопрос-то в чем? Смотрите, Б-клетки вообще-то и антитела-то свои не начнут производить, пока сигнал от Т-хелпера не получат. Есть такие антигены, в основном это всякие для бактерий, либо полисахариды, ну какие-то паттерны, да, какие-то такие образцово-показательные бактериальные в основном компоненты, может быть и вирусные, да, которые могут вызвать наработку антител без помощи Т-хелперов. Но это очень редкое явление, это так называемые Т-независимые антигены, и вообще-то мы про них очень редко говорим. Это я к чему веду, что когда мы так вот кричим, что наша вакцина приводит к Т-клеточному ответу, ну, хочется сказать, ну, а как без него-то? Ну, без него-то Б-клетки не начнут Т-зависимые антигены, в принципе, на них вырабатывать какие-то антитела. Другое дело, я так понимаю, может быть, речь идет, насколько хорошо нарабатываются Т-клетки, образуются ли из них нужные Т-клетки памяти, да, из Т-хелперов. Может быть, вот это имеется в виду, когда говорят, что есть или нет Т-клеточный ответ. Если кто-то есть специалисты здесь в иммунитете получше, чем я предлагаю в конце, если у кого-то есть что добавить по этому поводу, обязательно добавить. То есть я что-то здесь могу, честно говоря, правда ошибаться, что-то могу не понимать, почему вот так важно подчеркивать, что какая-то вакцина приводит к наработке именно Т-клеточного ответа. В общем, очень действительно есть такие вакцины, но я так понимаю, сейчас их не производят. Потому что, ну, какой смысл нам делать такой антиген, который является Т-независимым, да, и тогда такие хлипенькие антитела получаются, которые недолго существуют и мало защищают. Но в своем, опять же, интервью Денис Лагунов заявляет о том, что все инактивированные вакцины приводят к наработке, к появлению только гуморального иммунного ответа. И это как-то меня немножко напрягает, потому что, ну, там Т-помощники-то действуют. Но как это не приводит к клеточному ответу? В общем, вот это, с этим как-то надо осторожно с этими понятиями. Но вообще в клинических испытаниях, по крайней мере, нашей вакцины, они оценивали Т-клетки все вместе, не разделяя их на то, образуются только Т-помощники или еще и Т-киллеры. Вот в зарубежных клинических испытаниях я встречала, когда отдельно измеряли Т-хелперы и Т-киллеры. И, кстати, Т-киллеров у них почти не было. Только Т-помощники. В общем, я не могу сказать, что это плохо, но, наверное, было бы совсем здорово, когда у нас после вакцинации образуются и нейтрализующие антитела, и Б-клетки памяти, которые при повторном проникновении патогена быстренько тоже размножатся и антителами этих патогенов запуляют. Плюс Т-помощники, которые тут же активизируются и дадут сигнал Б-клеткам, давайте, быстренько тут всех антителами заплюем. И еще и будут и Т-клетки памяти убийц, которые, если уже есть зараженные вирусом клетки, они их быстренько убьют.
Вот это, наверное, какая-то идеальная ситуация. Но вот там, где я смотрела определение отдельно именно цитотоксического ответа вот тех Т-клеток убийц, то их там что-то совсем маленькое, то на слайде покажу. Но, в принципе, Т-клеток общий пул, они, слава богу, развиваются. И вот из центра Гамалеи, из этой вакцины, они, которые разрабатывают самую сейчас главную вакцину, они-то показали, что у них пресловутый Т-клеточный ответ есть. Это обнадеживает в том плане, что да, есть, значит, Т-клетки памяти, которые потом обеспечат нам более-менее хорошую защиту при встрече с коронавирусом после вакцинации. Идем дальше. Так, ну, в общем, я про все это рассказывать не буду, я, в принципе, уже так рассказала, что у нас Б-клетки, значит, производит антитела, получая сигнал от, в основном, если это Т-зависимый антиген, от Т-хелпера. И, собственно, на предыдущем это те Т-клетки-убийцы, которые также должны получить сигнал от Т-помощников, размножатся, и среди них какие-то будут тоже Т-клетки памяти. Повторюсь, что в идеальном случае у нас будут все звенья представлены. Значит, опять же, вот есть хорошая статья у ВОЗа про все эти, про вакцинацию, иммунный ответ, и кому надо, я потом могу скинуть, она там огромная, но там очень неплохо все описано. И вот они подчеркивают, что вот эти Т-киллеры образуются против живых вакцин и векторных. Вот это мы сейчас как бы, мы сейчас запомним, и потом, когда вернемся еще раз к векторным вакцинам, мы это обсудим. Так, кстати, вот часто говорят, вот зачем нам живые вакцины? Давайте все инактивированные сделаем, чтобы они точно там никакой опасности не представляли. И это вот опять же мы возвращаемся к тому, что только живая вакцина, ну и векторная, да, скорее всего, приводит нас к наработке всех трех вот этих звеньев, антител, Т-хелперов и Т-киллеров. Живая вакцина. Рита, да. Чтобы вы примеры приводили, какие вот из тех, что... Живая, например, у нас корь, краснуха, паротит. Да, это три вируса, это живая вакцина, которая у нас в календаре прививок значится. От вирусов у нас есть инактивированные вакцины. Это от гриппа, от клещевого энцефалита. То-то мы клещевой энцефалит и колем, да, раз в 2-3 года. Потому что это инактивированная вакцина, которая требует постоянной ревакцинации. Она же не живая у нас. И там не образуется вот всех этих прекрасных трех звеньев, которые бы обеспечивали нас долгой защитой. А корь, краснуха, паротит – другое дело. То есть это живой вирус, он залезет в клетку, клетка его презентует в комплексе, да, с MHC-1, предоставит, клетки, которые Т-киллеры, это все наивные, узнают, возбудятся от этого всего, размножатся, будут Т-клетки памяти, все прекрасно. То есть все звенья иммунного ответа от живой вакцины будут. Ну и вот, то есть и хороший момент в том, что и векторная вакцина к этому приводит. Векторная вакцина, раз уж мы сейчас об этом заговорили, это та, которая, значит, сделана на основе какого-то другого вируса. Вот. Что, Павел Михайлович, что, какие-то примеры надо? Все, понял. Вот, значит, идем дальше. Если по иммунному ответу, я, может, немножко скомканно так рассказала, если у кого-то будут вопросы, вы не стесняйтесь, потом задавайте, можно поподробнее, если что, там, про это все посмотреть. Значит, идем, это я просто ссылочку оставила, это прикольный, значит, развенчатель мифов на сайте ВОЗа, какие есть там всякие порой безумные мифы вокруг короны, и там очень все здорово расписано. Если надо, я потом могу презентацию скинуть, все эти ссылочки возьмете, если кому интересно. Вот теперь, собственно, мы перешли к видам вакцин, да. Вот у нас была, я говорила про инактивированную, вот она есть, она от полиомиелита инактивированная. Вот тоже, вы, наверное, слышали вот этот скандал вокруг живой вакцины от полиомиелита, что в одном случае на миллион этот, блин, вирус полиомиелита может переходить к дикому типу и вызывать, собственно, полиомиелит, да? Поэтому сейчас никогда не ставят живую вакцину от полиомиелита первой. Ее ставят только после инактивированной. И вообще, когда я про это слышу, думаю, да зачем мне вообще нужна эта живая полиовакцина? Я тогда и буду ставить инактивированную по календарю. Зачем мне вот этот вот живой штамм, который там в одном на миллионе случаев еще мутирует обратно и приводит к тому, что он там может вызвать паралич. Вот. Но на самом деле, еще раз повторю, живая вакцина – это живая, который этот вирус живой будет размножаться в кишечнике, обеспечивая местный иммунитет. Да, и кроме того, будет вот все звенья обеспечен. И сейчас было интервью
у Константина Чумакова, который работает в FDA каким-то там крутым начальником в каком-то отделе по, как это по-русски, которые вакцины одобряют. Так вот, они начали, я так понимаю, работу по применению живой вакцины от полиомиелита против коронавируса. Почему? Почему? Вот это точно такая же история, как с БЦЖ, да? Слышали же, что БЦЖ вакцину, там кто-то начали клинические испытания. В чем здесь дело? Дело в том, что, по сути, я так понимаю, что практически любая живая вакцина, а БЦЖ это у нас живая, да, и полиомиелит это у нас живая вакцина, она хорошо стимулирует внутренний иммунный ответ. То есть все наши макрофаги с НК-клетками, с натуральными киллерами, они там взбодрятся и будут бороться против короны. Я вот могу про себя сказать, что у меня у ребенка стояло 3 инактивированные полиомиелита, и нам как раз надо было ставить живую, и я вот все сомневалась, потом я про все это почитала, думаю, что я сомневаюсь, то у меня 3 инактивированные за плечами, мы ни в какие садики не ходим, ни на кого, значит, надышать своим живым полиомиелитом не можем, поэтому я пошла и капнула ей живую полиомиелитную вакцину, тем более, что нам сейчас тут лететь 4 перелета через непонятные страны, вот, и я рассчитываю на эту вакцину, как еще, грубо говоря, и против коронавируса, в том числе живая полиомиелитная. Так что это я к тому, что у кого маленькие дети, кто не ставил живую вакцину, у кого стоит уже инактивированная, и при этом нет младшего ребенка, который не получал еще, да, инактивированную вакцину, то, пожалуйста, капайте. Это хорошее дело, живая вакцина от полиомиелита. Дальше. Значит, у нас, ну вот я сказала, что уже есть живые. У нас, значит, еще раз в календаре это БЦЖ, корь, красный хепатит и живая полиомиелитная. Так. Есть еще отдельный здесь класс, это всякие конъюгированные, когда мы берем не саму бактериюгу, а какие-то там с нее липополисахариды или еще чего-нибудь, на что-нибудь, на какой-нибудь белочек, это, я так понимаю, пришлепываем, на белочек как раз-таки пришлепываем, чтобы был, чтобы этот антиген стал Т-зависимым, чтобы ему нужна была помощь Т-клеток, и чтобы антитела, образующиеся, и Б-клетки памяти, были сильные, здоровые, и как только придет эта бактериуга, они тут же вооружатся и пойдут с ней воевать. Вот. Так, ну, таксоидный бог с ними там есть, да, тоже отдельные какие-то там молекулы, они цельноклеточные. И вот, собственно, пятое я сюда добавила, это векторные, пептидные, белковые, там каких, короче, только нет. Но нас интересуют сегодня в основном вот два типа, это векторный и пептидный. Еще раз, векторный, что значит векторный? Это значит, что кусок коронавирусного генома, а конкретно ген, который кодирует поверхностный белок, встроен в другой неопасный вирус, в его геном. И этот неопасный вирус вкалывается человеку, этот вирус идет к клеткам, заражает человеческие клетки, привносит туда этот генетический материал, и там внутри клеток человека этот генетический материал превращается в белок коронавирусный, который потом клеточка презентует на своей поверхности, иммунные клетки это узнают и начинают формировать иммунный ответ. Все вот те звенья, о которых мы говорили. Вот эта векторная вакцина, это то, что разработал Центр Гамалеи, и то, что является у нас сейчас номером один в России. Но не только в Гамалее, я о тех вакцинах, которые есть в мире, тоже скажу. Пептидная вакцина, как понятно из названия, это короткие пептидики, там буквально несколько аминокислот. Это тоже тот еще темный лес, там как эти пептидики доставить в клетки, какие там адъюванты надо добавить, в какие капсулы там что-то завернуть. По-моему, ну, я вообще занимаюсь аденовирусом, так-то это моя работа, конечно же, он самый лучший, что я тут могу сказать. Векторные вакцины, и вообще мы используем, собственно, того микроробота, точнее, не микро, а наноробота, который природа уже нам в помощь создала, и с помощью него мы можем в клетки без всяких липидных оболочек, без всяких заморочек доставлять какой-то генетический материал, в том числе коронавирусный. Значит, поехали. Вот здесь у меня есть ссылка на сайт New York Times, где, смотрите, какой прикольный, есть вакцин-трекер, да, это то, сколько вакцин сейчас в мире есть. Я, честно говоря, сама обалдела, сколько их есть. Я там думала, я сейчас про все расскажу, которые там дошли более-менее до клинических испытаний. А их там, смотрите, 135 в доклинике, на первой фазе 20, 11 на второй, 8 на третий, и заапрувленные, то есть уже все, 2. Вот я не знаю, кстати, какая там вторая. Я так понимаю, может быть, это нашу сюда апрувал, внесли, я что-то вот
как-то я не потрудилась вот это уточнить, дети 2 прям, что это за цифра вторая. Ну, в общем, надо, кто там есть желающий, надо, в общем, разобраться, чья там вторая, кто там еще успел выстрелить. Вот, видите, это от 14 августа, я не знаю, насколько часто они обновляют, но, в общем, вот вакцин много, много, конечно. И они, и что удивляет, они все разные. Я тоже, я слышала до подготовки к лекции, что есть в Оксфорде и есть в Китае. И они все на аденовирусе. Я так думаю, хо, все на аденовирусе, вообще здорово. А их там каких только нет на самом деле. Вот давайте пробежимся. А, ну, собственно, это вот еще один. Это просто, это мое количество вакцин, вот этими кружочками обозначено, которые в разных странах, видите, развиваются. Ну, очень много. Европа, вон там вся, понятно, не сидит без дела. Там в Штатах, в Канаде, везде вакцины разрабатываются. Так, значит, первое. Я про несколько расскажу. Вы поняли, что их очень много. Я просто расскажу, какие есть в мире, что за тип вакцины и какие там, ну, маломальски, то, что я успела посмотреть, результат клинических испытаний. Первое – это мРНК-вакцина, да, которую у меня в типы забыла добавить. Это еще один тип вакцин. Меня вот знаете, что удивляет? Вот елки-палки, мы когда говорили про тест-системы, что давайте не будем на коронавирусе изобретать что-то новое, по старинке сделаем, чтобы точно работает. Так вот, в плане вакцин все взяли новые технологии. Вот никто, вот одна единственная там инактивированная вакцина есть, остальные все – это мРНК-вакцина, пептидная вакцина, векторная вакцина. Это все вакцины, которые, ну, вы в календаре прививок встречали, у нас есть векторные вакцины? Нету. Ни пептидные у нас тоже нету. Ну, понятно, что у нас в календаре прививок это самые актуальные инфекции, и вакцины были разработаны давно, но тем не менее, то есть вот все вакцины, которые разрабатываются, они все новые. И в этом плане, когда говорят, что ой-ой-ой, у нас-то вот в Гамалее что-то напридумывали, это еще все не опробировано, да все в мире так делают. Потому что все берут современные подходы, чтобы вакцина была и безопасной, и эффективной. То есть это не совсем... На грипп какие были? На грипп, слушайте, на грипп точно есть инактивированная, проживую... Ну, инактивированные, по-моему, они... Векторных не было, да? А? Векторных против гриппа. Вот боюсь, честно говоря, соврать сейчас. Я, наверное... Ну... Векторные вы не можете привести пример никакой, чтобы использовался. Они есть от Эболы. Я приведу потом клинические испытания от Зики. Ну, вы видите, да, какие патогены? Не то, чтобы мы тут прививаемся все от Эболы и от Зики каждый год. То есть вот такие вот вакцины есть. То есть новые экспериментальные. Много противоопухолевых вакцин векторных, особенно на основе аденовируса. Это я к тому... То есть я, с одной стороны, хочу на самом деле какой-то градус испуга от новой вакцины на самом деле снизить. Хотя Сергей Викторович со мной не вполне согласен, между прочим. Вы потом посмотрите, где-нибудь его интервью выйдет, вы еще его посмотрите, потому что он как-то более скептически, на мой взгляд, настроен, чем даже я, потому что, ну вот посмотрев вот эти материалы все, я могу сказать, что ну ничего страшного в целом, да, в этой вакцине нет. Все делают новые. У всех то векторное, то пептидное, то мРНКовое. Вот. И они, у них у всех не то, чтобы супер там десятилетия испытаний за плечами. Ни у кого такой ситуации нет в мире. Значит, давайте вот вернемся. Еще, по-моему, какого-то 16 марта начались, вот вы вдумайтесь, 16 марта начались клинические испытания первой вакцины фирмы Moderna в США. А мы начали в июне. И уже трубим, что мы первые. Это просто, ну, до того смешно. Вот до того смешно. И вот такой хайп вокруг этого подняли, что Россия первая. Вот, ну, кто хоть маленько в этом течет, все вот за голову просто хватаются. Ну, хоть сказать, ну вы смеетесь, что ли? Ну, каких мы первые-то, господи? Ну, мы еще, по-моему, на животных толком не начали эксперименты. Уже в США как бы вкололи первую. И, ну, то есть понятно же людям, что первый тот, кто хотя бы первый начал клинические испытания, да, и у которых получились хорошие результаты с минимальными побочными эффектами хотя бы в результате первой фазы клинических испытаний, да. Но у них и всех все прошли первую фазу, никто ее не зафейлил, не сказал, что ой, там все, значит, температуры послегли там с какими-то побочками такими страшными, что мы дальше эти испытания не продолжаем, ни у кого такого нет. Все как-то прошли, у всех есть побочные, у всех есть температура, боль там, миалгия, там куча всего, но тем не менее все рекомендованы для дальнейшего применения. Поэтому, ну, это вот просто смешно. Ну, конечно, мы можем сократить испытания, как начали, тут же и закончить, и сказать, что все, мы молодцы, мы первые. Ну, это просто смешно и грустно одновременно.
В общем, я все время отвлекаюсь на эти лирические отступления. Возвращаемся к модерне. Это мРНК-вакцина. Что это значит? Еще раз, вирус у нас представляет собой что? Липидная оболочка, внутри так называемый капсид, это РНК, соединенная с белками. У нас, я напомню, все клетки несут в качестве генетической информации ДНК, а этот хитрющий коронавирус несет в качестве генетической информации РНК. Вот мы и берем ее фактически, РНК, кодирующую его главный этот пресловутый поверхностный белок, против которого все нейтрализующие и другие антитела образуются. Мы берем эту мРНК, и вот тут тоже начинаются, так понимаете, танцы с бубнами, как эту мРНК вы просто так в клетку человека, естественно, не доставите. Это тоже отдельный инструмент. И вот вы видите там всякие липидные оболочечки, там на-на-на-на. То есть, по сути, опять же, что такое по сравнению с этим доставщик вирус? Это и есть вот эта вот капсула, которая доставит. Если у нас вирус мы не используем, значит, мы должны придумать какую-то такую упаковку, в основном содержащую липиды. Почему липиды? Потому что у нас клеточная мембрана из липидов состоит. Мы берем тоже какую-то липидную оболочку, туда эту мРНК помещаем и доставляем в клетки, тоже методом инъекции. Доставляется эта мРНК. Плюс в чем, я так, ну, действительно с этим согласна, что этой мРНК в ядро попадать не надо. Да, у нас есть клетка, цитоплазма, ядро. Если надо в ядро, то это сложнее. А так как у нас из мРНК делается белок в цитоплазме, прекрасно, в ядро никому не надо. В цитоплазму мРНК попала, белок коронавирусный поверхностный образовался, клетка его расщепила по кусочкам, выставила у себя на поверхности, пришли лимфоциты, увидели, победили. Все прекрасно. Вот, значит, вот они сделали мРНК-овую вакцину, которая вот так называется. Можете посмотреть, значит, я, ну, как всегда, двумя сайтами никакими удивительными не пользуюсь. В PubMed смотрю, какие статьи, естественно, есть. И обязательно смотрю на clinicaltrials.gov, какие есть клинические испытания. Слава тебе, Господи, испытания нашей вакцины от Гамалеи на Clinical Trials есть. И можно их там даже посмотреть. Ну, там результатов нет, но, по крайней мере, дизайн эксперимента и проведение клинических испытаний есть, что уже несравненный плюс. Значит, вот, 16 марта начались испытания. Есть уже статья опубликована, естественно, по результатам. Вот, вы видите, 14 июля можно зайти посмотреть. Вот, что они тут делают. Что такое первая вообще фаза? Давайте про фазы еще раз, да? Есть три фазы испытаний любого лекарственного препарата, в том числе и вакцин. Первая, вторая и третья. Первая фаза – это вообще-то подбор дозы, которая является максимально переносимой, да, и которая приводит к образованию нормального иммунного ответа. То есть вообще первая фаза – это всегда токсичность. И это поэтому берут небольшую выборку людей, потому что, ну, понимаете, не дай бог, вакцина окажется токсичной, не надо сразу тут много людей гробить. Поэтому мы начинаем с малого количества. Я знаю такую цифру, я так понимаю, она у нас действует в России, это 60 человек для первой фазы. Но, допустим, вы видите, здесь у Модерны было 45 человек. А, как правило, это здоровые люди, там, чтобы они по всем параметрам были вообще молодцы, огурцы, чтобы, естественно, никого туда больного не берут в эти испытания, потому что это просто токсичность. Вы видите здесь, что у них были две дозы. То есть, как правило, в клинических испытаниях первой фазы определяют дозу препарата, которую люди перенесут. Понятно, что чем больше мы возьмем, тем лучше, тем эффективнее будет иммунный ответ. Но при этом мы же понимаем, что должен быть баланс. Мы, конечно, можем и килограмм вколоть, все помрут, да? Можем вколоть 1 нанограмм, тогда никакого ответа не будет. Вот мы ищем вот эту вот золотую середину, когда есть иммунный ответ, и вакцина хорошо переносится. Вот для этого... Зачем две вакцинации? Это называется буст-эффект. Я что-то не могу понять, как это по-русски произносится. То есть у нас, нам нужна для выработки хорошего иммунитета вторая встреча с этим антигеном, чтобы еще раз клетки иммунные взбодрить, и все образовались, все звенья, которые нам потом от коронавируса настоящего нас защитят. И поэтому вы тоже... Опа, не было, это значит без плацебо, да? Без плацебо, не слепой. Да, я вот что-то я затупила с этим названием. Да, наверное, вы правы. Open label. Наверное, да. То есть, вы видите, доз escalation, это ну, найти дозу, да. То есть здесь у нас... Да. Подождите, 45, я что-то пытаюсь понять. В каждой группе по 15 человек, просто почему тогда 45? У них, видите, 45 доноров.
45 было испытуемых. 15 человек, все, без контроля. Ну, выйти. А, 20, а, все, да, я не увидела, да, 25 стоит 250 миллиграмм, да, без контроля. Остальные, вот я видела клинические испытания первой фазы, были с контролем. Почему Модерна вообще не взяла контроль, это, конечно, интересно. Вообще так себе это выглядит, без контроля. Контроль, конечно, нужен. Не понимаю, почему без контроля взяли. Вот, ну ладно. Вот. Короче, все косячат, можно так сказать. Ни у кого идеальных клинических испытаний нет. Ну вот что они не взяли, вот правда что? Плацебо. Может, они так волнуются, что им сейчас вкололи, у них у всех там подскочила температура. Может быть, в плацебо-группе у них бы еще выше она подскочила от нервов, что они переживают, что они сейчас умрут, потому что они первые в мире получают такую дозу. Так, кто-то пишет, в чате. Павел Белавин пишет. Есть векторные против гриппа, вот, кстати, пишут. Да, векторные. Ну, спасибо, да, я просто не знала. И все векторные вакцины бустерные. А, и говорят, что в первой фазе не обязателен контроль. Да, не специалист я, наверное, правда, не обязательный. Просто я почему так говорю, потому что я видела в остальных, очень у многих этот плацебо-контроль был, контрольная группа у многих была. Вот. Но не обязательно летать. Хорошо, у нас ее тоже не было, контрольной группы, естественно. Вот, так, поехали дальше. Ну что, conclusions? Conclusions там всегда одинаковые, что я вот правда, я не анализировала, это надо, наверное, какие-то супертаблицы составлять, чтобы вот у Модерны столько-то побочек, там на столько-то доз, у этого столько-то, а у нас столько-то, правда. Вот этого я всего не делала, но бегло пробежавшись, могу сказать, что, конечно же, ни у кого так не было, что никаких побочек, супер иммунный ответ и все такое. Конечно же, у всех были повышения температуры и все такое, но сравнивать, сколько у кого, я не сравнивала. Давайте дальше. Так, почему у меня не переключаются слайды? Вот, переключаются. Так, это я просто привела тут страничку, это вот на, как у них клинические испытания на Clinical Trials, ну, мы, собственно, все уже тут обсудили. Дозы там и все. Это я, да, про, это вот, собственно, про CD8. CD8 — это те самые клетки-киллеры. Вы видите, день первый, 29-й, 43-й. Вы видите повышение? Вот по такому графику я не вижу. Ну, то есть, где клеточный ответ? Т-клет, ну, который CD8, который цитотоксический, непонятно. Но с CD4 там все поприятнее выглядит, он действительно есть. Ну, в общем, мы это уже тоже пообсуждали. Следующие товарищи, Novavax компания. Причем компания-то, по-моему, кстати, не США, она какая-то где-то, она там зарегистрирована в другой стране, но проводит испытания все в США, поэтому США и написала. Вот, значит, это кто у нас? Белковая наночастичная, я бы так сказала. Ну, то есть, я так понимаю, это, опять же, здесь не пептиды, здесь этот белок конкретный. Ну, собственно, белковое или субъединичное у нас есть, например, от гепатита В. Да, у нас там берется поверхностный HBS-антиген только в вакцине против гепатита вируса, вируса гепатита В. А не весь вирион там, это не инактивированный. Это просто один белочек, который наработан в дрожжах, выделен, очищен, используется в качестве вакцины. Вот у них здесь какие-то там еще, я так понимаю, используются именно наночастицы для доставки, опять же, все того же поверхностного S-белка аденовируса. Так, что тут у них? А, так, это одна, значит, это белковая. Вот если это я просто познакомлюсь, какие типы вакцин есть. Значит, мы обсудили МРНК, есть белковая вакцина, вот еще одна МРНК-шная вакцина, Pfizer, вот, пожалуйста, с BioNTech, разрабатывают, и вот у них тут тоже, у них на Clinical Trial сразу все три фазы там озвучены с кучей, значит, подопытных людей в испытаниях. Ну, естественно, нигде результаты не загружены, но опубликованы, будьте любезны, в Nature опубликованы как раз-таки вот по этой МРНК-вакцине. Я почему еще говорю, что у всех опубликован, потому что у нас не опубликованный. Но я встретила в новостях, по-моему, сегодняшних, что буквально на той неделе обещают опубликовать результаты клинических испытаний вакцины Центра Гамалеи в каком-то крутом научном журнале. Ну, посмотрим, насколько будет он крутой и что-нибудь там опубликуют. Прям там написано, что чуть ли журналы не воюют друг с другом, зато у кого же, опубликуют Центр Гамалеи свои результаты. Ну, посмотрим, у кого. Значит, дальше оксфордовская, наконец, вакцина, переходим, которую производить собирается AstraZeneca. Это, тарам-парам-пам, векторная вакцина на основе аденовируса шимпанзе. Вот.
И тут я когда услышала, что Гамалеи делают на аденовирусе, я подумала, вот как же здорово, ну хоть бы они скопипастили у Оксфорда. Сделали бы такую же встроечку в такой же аденовирус, вот было бы замечательно, можно было бы вообще спать спокойно, потому что Оксфорд все там вдоль и поперек померит, а нам только главное чистить хорошо потом, и все будет круто. Но нет, извините, Оксфорд сделал на аденовирусе шимпанзе, это совершенно другой аденовирус, а мы сделали на человеческом аденовирусе. Вот. Но на человеческом аденовирусе, слава богу, в мире тоже есть вакцины, но они не полностью копируют, грубо говоря, наш препарат. Опять же, неизвестно, я сейчас смотрю там чат, так. А, правильно ли я поняла, что в Америке я все-таки параллельно буду отвечать, потому что я потом забуду. А, в марте была вакцина. Но это в марте начались только клинические испытания на 45 добровольцах. Это не меняет ситуацию, что, значит, они не начали еще применять массово. Никто не начал еще массового применения вакцины, потому что клинические испытания – это очень долгая песня. Минимум 42 дня вы должны вести первую фазу, потом посмотреть внимательно, обработать все эти результаты, потом начать вторую, а потом начать третью. Вот, поэтому все это не быстро, никто не начал массово. Да, вакцина будет тогда, когда закончится, да, вот. Адъюванты в контроль добавляют. Вот хороший, кстати, вопрос пишут, да? Что такое адъювант? Это такое соединение, которое помогает наработке иммунного ответа. На самом деле нашу иммунную систему раскачать, чтобы она ответила на какой-то вводимый нами антиген, не так просто. Если мы чужеродный белок ввели и такие, о, ну сейчас нам тут иммунный ответ все обеспечит, а потом при встрече с патогеном мы будем защищены. Извините, нет. Нам нужно так обмануть наш иммунный ответ, чтобы подсунуть ему там кусочек вируса, а потом ему еще какую-нибудь штучку, чтобы он точно понял, ребята, это вот то, с чем надо бороться и образовать всякие там клетки памяти, антитела и так далее. Вот это называется адъювантом. И вот спрашивают, добавлены ли в контроль адъюванты. Ну вообще, вы знаете, я вот сейчас думаю, а надо ли добавлять в контроль адъюванты? Или мы... Ну вот это вообще-то такой, что-то надо, я так вот... Надо, я так подозреваю, что действительно... Контроль адъюванта. Специфический, не специфический ответ, да. Специфический. Ну у нас все теперь шумят про этот поликсидоний, это вот как раз и есть адъювант, да, или как? Да. Ну говорят, что он и так помогает, ничего не надо, никакой вакцины, можно поликсидонием лечить. Ну да, вообще бы я, конечно, видела, что надо два контроля, потому что нужно плацебо, когда мы должны померить вообще, что это вызывает этот адъювант или не адъювант, побочный эффект. Или у нас просто люди пили, не перенервничали. Это же тоже как-то надо мерить. Что там? Так, ладно. Ладно, Рита, поехали дальше. Все, поехали, да, я не отвлекаюсь. Так, значит, на основе аденовируса шимпанзе, как я сказала, оксфордовская вакцина. Вот у них, конечно же, тоже опубликована уже первая фаза. Это не то, подождите, это китайское, почему у меня все ушло? Ой. Ну ладно, в общем, перепрыгнули, да, вот она. Сколько у них тут, видите, было народу? Смотрите, сколько у них было народу. Да, 543 и 534. А вот смотрите, кстати, какое интересное было исследование к вопросу о контролях. Вот Оксфорд что сделал? Они в качестве контроля взяли другую вакцину. Да, и относительно нее смотрели побочные эффекты. Тоже вообще неплохая такая, да, идея. Вот они вот так смотрели. Смотрите, сколько у них тут народу-то прошло уже. Ну, вот все AstraZeneca, что можно сказать. Так, дальше поехали. Вот что радует, да? Почему радуюсь, когда появляются другие, когда я вижу сообщения о других аденовирусных вакцинах, да? Ну, чем больше информации будет в мире, помимо нас, тем, конечно же, лучше. Вот есть, что мне все перепрыгивает? Значит, это китайская вакцина на основе аденовируса серотипа 5. Они тоже уже все это опубликовали. Все опубликовали, понимаете? Вот все, кто вот разрабатывал, все опубликовали. Везде вакцины эти в Nature, открываешь, все читаешь, понимаете, тут у них 129 человек, там еще что-нибудь. Не наши 38. Прям наши 38, конечно, грустно читать. Успокаивают, что у Модерны на первой фазе было 45. Ну ладно,
Вот, результаты, все то же самое, и какие-то побочки. А, почему я здесь остановилась еще? Значит, некоторых смущает, что в нашей вакцине от Гамалеи высокий титр вирусов, то есть много вирусов в самой вакцине. Нам собираются колоть 10 в 11 вирусных частиц в дозе. Но посмотрите, пожалуйста, у китайской вакцины, что мы видим? 10 в 11 viral particles. Не то, чтобы мы тут взяли и что-то сделали, но опять же, вот у нас нет испытаний на дозу, понимаете? Вот видите, у китайцев 253 10 в 11 получили, 129 10 в 10 на 10 в 10. И плацебо еще 126 человек. А мы как начали с 11, так и закончили с 11. Тоже почему дозу не проверяли, взяли, хотя некоторые берут в 9, в 10, в 11. Да, и смотрят. 11 это супер максимум, который можно взять. Вот мы сразу взяли супер максимум. Ну, непонятно, почему же дозу-то не посмотрели, да? Хочется задать новый вопрос. Ладно. Дальше. Инактивированные есть тоже вакцины. По старинке, так сказать, кто-то пошел относительно. Ну как? У них вот у этой фирмы... Это что за фирма? Скажите мне, что это? Кто это? Волнева какая-то. Волнева это, по-моему... Да, это Великобритания, по-моему, сама фирма французская, или у меня уже все эти фирмы перепутались. В общем, у них какой-то супер-пупер адъювант, вот, и они используют, значит, со своим вот этим крутым адъювантом инактивированную вакцину. И, собственно, Великобритания собралась три вакцины использовать. Вот эту, естественно, оксфордовскую, понятное дело, вот эту и какую-то еще МРНКовую, забыла какой-то фирмы, по-моему, из тех, которые у меня тоже была здесь представлена. В общем, это вот мы пробежались по зарубежным, да, вы поняли, что есть там всякие разные варианты, немножко у всех дизайн эксперимента, по крайней мере, первой фазы отличается, все опубликовались, все молодцы, у всех есть там какие-то побочные эффекты, но все рекомендуют испытывать вакцину дальше и потом ее применять, если все и дальше будет хорошо. Как всегда, когда я рассказывала про, значит, про тест-системы, все то же самое практически актуально и для вакцин в том плане, что, ребята, может быть, мы по открытии как-то будем к народу и про все рассказывать. И здесь у нас, я напомню, что у нас есть Минздрав, а есть отдельно Роспотребнадзор. Почему эти две организации разошлись когда-то-то там? Для меня вопрос, наверное, Сергей Викторович знает на него ответ. Вот, мне это непонятно, потому что, опять же, насколько я понимаю, это должна быть какая-то одна организация, да, которая занимается здоровьем, населения. А то у нас, вот они две, я бы сказала, противоборствующие такие два этих гиганта. Кто быстрее начинает вот эти гонка, кто быстрее эту систему, тут Минздрав, тут, значит, Роспотреб. Я так понимаю, не то чтобы они супер там сообща как-то работают, но напоминаю, что в отношении коронавируса у нас первейшей инстанцией является Роспотребнадзор и подведомственные институты. И среди них главное – это наш кольцовский вектор. Соответственно, конечно же, мы ждем прежде всего вообще-то вакцину от вектора. Уж кому бы не создать, как им. И вторая, как бы наша организация, Минздрав, у них свои институты, в том числе центр Гамалеи, которые разработали вакцину на основе вот аденовируса. А вектор разработал пептидную вакцину. Вы что-нибудь день в СМИ слышали про пептидную вакцину от вектора? Есть три слова в СМИ про пептидную вакцину от вектора. Пептидная безопасная точка. Больше ничего. И я ничего не могу добавить. И когда я спрашиваю, прости господи, своих друзей, которые работают в векторе, ну, ребят, пожалуйста, ну, шепните мне там. Ну, что там, кто разрабатывает? Что за пептидики берут? Как их берут? Как оборачивают? Как чего? Никто ничего не знает. И дело, ей-богу, не в какой-то тайне, потому что правда. Там, наверное, вот... Это какой-то... Это просто удивительно. Информация векторовской. Вакцины нет никакой. Абсолютно. Если есть какие-то там сообщения, ну вот я здесь вставила тоже там что-то там, если по сайтам погуглить, пошарашиться, то будет написано, что первые 5 добровольцев были 12 августа, потом еще там сколько-то 9. Ну, ребят, ну это, ну вы поняли, это просто смешно. Это испытание вакцины 5-9, мы о чем говорим? Я не знаю, как там сейчас. Может, опять же, может быть, в СМИ какая-то неправильная информация. Ну, хотя, если даже на официальные
Роспотребовские данные смотреть, но там про 60 добровольцев пока вообще не пахнет. И главное, что у них опять, как всегда, суперсекретность, ничего не понятно, что там за пептидная вакцина, разработчики, как всегда, не отсвечивают, со СМИ не общаются, никто ничего не знает по поводу этих вакцин. В общем, ну, вот, как всегда, и все, и ладно. Поэтому про вектор говорить больше нечего, мы переходим, собственно, еще раз, я уже 100 раз упоминала про эту вакцину, понятно, на которую мы сейчас все молимся или не молимся, или кто-то ее проклинает, кто-то на нее молится, неважно, в общем, разработал Центр имени Гамалеи, еще раз, это организация подведомственная Минздраву. Вот меня лично это правда радует. Вот как-то Минздрав у меня больше теплоты в этом случае вызывает, потому что, по крайней мере, там понятно, кто делает, понятно, какая вакцина, ну, хоть что-то, какая-то информация есть. И я вот к своему стыду в своем телеграм-канале, как только увидела, что есть разработчик, это Денис Лагунов, и он так достаточно грамотно рассказывает про эти все векторные вакцины, я тут же запостила, все, я побежала прививаться, и там, и все такое. Потом я, конечно, выдохнула, спокойно посмотрела, что так, ну, давайте как-то будем это поосторожнее тут со словами, удалила пост перед всеми, извинилась, и давайте как-то разбираться. То есть, грубо говоря, нас довели уже в России до того, что если ты хоть какую-то информацию получаешь о разработке, которая связана с коронавирусом, ты так радостно этому веришь и бежишь, и все сразу там, не знаю, этой той систему применять, этой вакциной прививаться, это, конечно, просто ужасно. Но давайте, наконец, посмотрим, что же это за вакцина повнимательнее от Центра Гамалеи, которой через месяц грозятся нас начать прививать. И это та самая векторная вакцина, сделанная на основе аденовируса. Вот у китайцев есть аналог на основе аденовируса серотипа 5. Аденовирус серотипа 5 очень такой уже со всех сторон изученный, бояться его точно не стоит. Он используется не только как вакцина, а используется как лекарство против рака, прошедшие уже клинические испытания и которые уже с 2003 года используются в клинике как лекарство от рака. Поэтому, еще раз говорю, бояться его не стоит. Причем сейчас испытываются эти аденовирусные, ну, эти аденовирусы живые, которые могут реплицироваться, то есть прям могут размножаться в человеке, и ничего плохого не происходит. Все аденовирусы, которые используются в качестве вакцин, они реплицироваться не могут. Они живые, понятное дело, иначе какой с них толк? Живые в том плане, что это не инактивированный вирус, это собранные вирусные частицы, которые могут заразить клетку, но дальше размножаться они не будут. Их главная задача – принести генетический материал коронавируса в клетку человека. И дальше вот только этот кусочек, и там и будет работать, а реплицироваться вирус не будет, потому что у него удалены фрагменты генома, которые ответственны за репликацию. Вот. В чем отличие нашей вакцины от остальных векторных? В том, что у нас она двухкомпонентная. И вообще-то, по-моему, это круто. Почему? Потому что, как мы уже тут обсуждали, что надо колоть минимум 2 раза, да, чтобы у нас был этот буст-эффект, чтобы взбодрить иммунную систему. Когда мы укололи первый раз аденовирусом 5-го серотипа, наша иммунная система начала нарабатывать антитела не только к тому нужному нам коронавирусному белку, но и к самому аденовирусу. И когда мы второй раз решим уколоть нейтрализующие антитела на аденовирус, скажут, о-хо-хо, давайте-ка, ребятки, сюда, мы вас сейчас быстренько облепим, и в клетку никто не попадет. Иммунной системе же не объяснить, что это наш дружишка, и нам надо здесь вторую дозу устроить для вакцинации от коронавируса. Поэтому, чтобы избежать такого эффекта, вообще-то это очень здравый и хорошо применяемый подход, использовать разные вирусы. В данном случае это разные серотипы. У Гамалеи был опыт применения 2 разных вирусов, но они брали 5-й серотип, а 2-й вирус был вообще другой, это вирус вестикулярного стоматита. Здесь они взяли 2 аденовируса, они очень друг от друга отличаются, это разные виды вирусов, или по-другому серогруппы по-разному, сейчас это видами называются. То есть у них разные поверхностные белки, и антитела против них образуются разные. Поэтому, когда мы вкололи АД5 и через 21 день, и через сколько там идет вторая доза, 21 день, по-моему, вкололи 26-й, то против 26-го антител не будет, все будет здорово. Ну, это в идеале. Надеюсь, что действительно так и будет. То есть вот этот сам подход использовать 2 серотипа вместо 1, на мой взгляд, это здорово.
Другое дело, конечно же, мы же все беспокоимся здесь. Первое – про безопасность, второе – про эффективность. Да? Что касается безопасности, еще раз. Аденовирус пятого серотипа, вдоль и поперек изученный вирус. На нем уже накалывались там, были страшные случаи с ним, но когда его вводили внутривенно, живой вирус в огромном титре. Здесь он колется внутримышечно, локально, естественно, никто не вакцинирует внутривенно. Вот поэтому никаких, вот на мой взгляд, бояться побочных эффектов от АД5 точно не стоит. Но тут всегда остается такой момент, мы же понимаем, что дело не только в агенте как таковом, но и в очистке, в тех компонентах, которые останутся в этой вакцине и так далее. Ну вот здесь мне нечего сказать. Я на производственных площадях там не была. Как они там производят и нарабатывают вирусы, как там потом его очищают, и какую систему контроля качества она там проходит, я не знаю. Будем надеяться, что там люди работают нормальные, которые нормально делают свою работу и нормально этот вирус очищают. Это не новая какая-то технология, дай бог, что они давно это делают, они делают это, у них есть публикации по аденовирусным вакцинам, сейчас мы их посмотрим. Вызывает как бы большие опасения, скорее, второй серотип, он не такой изучен, и такой изученный, да, 26-й вот этот, но публикации по нему тоже есть. Значит, здесь вот у меня подписано, 500 раз уже назвала этого Дениса Лугунова, как, практически фотографию которого использовал Павел Михайлович в анонсах этой лекции. Это просто какое-то чудесное совпадение. Он правда похож на того дяденьку, который нарисован на всех этих рисуночках. Смотрите, что мы смотрим, когда мы впервые столкнулись с Денисом Лугуновым, видели в интервью, что мы сразу сделали? Пошли искать, кто такой Денис Лугунов, какой у него хирш, сколько у него публикаций и так далее. Вот, пожалуйста, я вам привожу в слайдик информацию по нему. Ну, 82 статьи, ну, давайте посмотрим, что за работу. Вроде так пока все выглядит прилично. Ну, каких-то, у меня там доступа к Скопусу нормального не было, я не то, чтобы прошерстила там все его статьи, ну, понятно, что не в Nature, ну, вот публикации есть у него. Смотрите, у них есть публикация, причем, по-моему, вот это, кстати, нормальный был журнал, я не помню, конечно, импакты и так далее. Ну, в общем, про, видите, про безопасность и иммунный ответ против вакцины от Эболы. Первая, вторая фазы. На основе АД5. Да, то есть у них есть действительно, Лугунов об этом в своем интервью говорит, у нас есть опыт, ну опыт есть, окей, ладно, хотя бы публикации есть, уже засчитывается, что опыт в аденовирусных вакцинах у вас есть. Дальше у них есть еще здесь МЕРС, МЕРС, напомню, это родственник нашего коронавируса, но у которого смертность была 34%. Вот что меня напрягает, конечно, в этой статье, вы видите, Павел Михайлович журнал, у которого импакт сколько там? 0,9. Что такое импакт? Это признак крутости журнала. Да. Ну, вот на мой взгляд, это, да? Это вообще, это этого, Ковальчуковский журнал. И чё? Ну, ничего, нет. Так, местный журнал. Ну, местечко. Ну, согласитесь, что вакцина от МЕРСа, да, от такого прям заболевания, почему-то опубликована в таком журнале. Меня напрягает. Ребята, почему вы здесь опубликовали? Почему не как говорится, не в более лучшем, да? Непонятно. Ну, все как... Могут быть всякие танцы, вот что. Ну, может быть, но... Ну, дай бог, чтобы здесь не было каких-то подводных камней там и так далее. Ну, хорошо, есть публикация, тоже есть. Значит, мне удалось раздобыть инструкцию к этой вакцине гамалеевской. Я тут выдержку привожу. Значит, ну здесь в основном я ее привожу для того, что мы, собственно, уже обсуждали, да, компонент 1, S-белок в аденовирусе 5, титр, видите, 10 в 11 частиц в дозе, компонент 2 в 26-м серотипе, то же самое 10 в 11. Вот, повторюсь, что испытаний доз не было, только в 11. Вот, значит, я здесь, вот здесь ссылочка есть, на Clinical Trials есть 2 испытания. Почему два? Значит, у них одна жидкая вакцина, вторая лиофилизованная. И вот у них параллельно, я так понимаю, было два испытания. Смотрите, вот это первое, это которая жидкая. Дай бог бы мне не наврать, но я, ну, вроде она жидкая. Видите, она где? Вы видите мою мышку? Ну, в общем, она в военном госпитале имени Бурденко испытывалась.
живая, на 38 волонтерах. Вы видите, здесь вот расписаны, можно посмотреть, какая там первая стадия. Значит, сначала 9 волонтеров получали отдельно аденовирус 5, а вторая группа получала аденовирус 26. После 5-го дня, как только эти выжили, слава тебе Господи, и сильно ничего там не затемпературили, и ничего такого серьезного у них не было, началась вторая стадия, да, на 20, вот видите, second stage, вот 20 волонтеров, и они уже получали двойную дозу. Если я тут все правильно бегло посмотрела, ну вроде да. И 42 дня за этими 38 добровольцами наблюдали. Это в Бурденко была живая, а дальше была лиофилизованная вакцина в Сеченовском университете. И вот насколько я понимаю, отчет из Сеченовского университета есть, а из Бурденко нет. Пока нет, вообще нет, не понимаю. То есть все говорят сейчас про 38, вообще-то не 38, вообще-то 74. Так-то, да, должно быть. 74. Но где вторые 38 потерялись из военного госпиталя, непонятно, будут эти данные или не будут. Очень надеюсь, что будут. Вообще, конечно, вот какие-то выводы можно делать, как только приведут, вот действительно опубликуют вот эти результаты, чтобы все специалисты, опять же, ну я тоже не специалист же в вакцинах, уж точно. И вот так вот прям рассуждать, все, идем ставить или нет, ни в коем случае, я не могу так сказать. Надо, здесь много всяких данных нужно проанализировать. Вообще-то наши как бы органы, которые получают за это зарплату, должны так здорово все проанализировать, что и сказать, вакцинируемся, и мы должны идти и вакцинироваться. А не каждый биолог там, и химик, или хоть сколько-нибудь разбирающийся человек должен, блин, там копаться во всех этих результатах клинических испытаний и делать для себя вывод. Недовольна я всем этой ситуацией. Так. Про аденовирусы, я что-то уже все время перебрала, я уже заканчиваю, все. Так, значит, про аденовирусы, значит, это вирус, который относится к четвертой группе патогенности, то есть он вызывает всякие простудки, но они слишком серьезные, не надо его бояться. Значит, вот здесь я привожу именно по второму компоненту. Поверьте мне, что про пятый публикации вообще туча. Прям зайдите в PubMed там наберете или в Clinical Trials, AD5, вакцин, там что-то, куча будет всяких разных. Значит, меня что здесь заинтересовало? Я хотела посмотреть, какие были клинические испытания 26-го серотипа и с каким титром, да? То есть какой титр был все-таки безопасным. От Дики, вы видите, был 10 в 11-й. Слава тебе, Господи, хоть кто-то в клинике брал 10 в 11-й, чтобы мы не сильно тут ухали-ахали, как намного собираются колоть. И вот от Эболы есть, но там 10 в 9-й, 10 в 10-й был титр. Тоже там, ну, прошли нормальные испытания клинические 26-го серотипа. А, ну, собственно, все. На этом у меня, собственно, и конец. Я, конечно же, да, хотела бы сказать какой-то глобальный вывод, что там да, нет, применять нет, но не могу, надо дождаться отчета по клиническим испытаниям, надеюсь, он будет не только на 38, а на 74 пациентах, но мой вывод скорее положительный, все-таки у Гамалеи есть, это нормальная организация, которая нормально проводит клинические испытания. И выбранная ими стратегия является вполне оправданной. И аденовирус 5, и 26, и, ну, есть что с ними обсудить. Может быть, кто-нибудь какой-то типа медузы все-таки составит с ними нормальное интервью и спросит, почему вы сразу брали такой большой титр, а там на-на-на-на. Вот, и если бы он ответил на эти все вопросы, было бы, ну, просто замечательно. Еще, кстати, вот я какой момент забыла вставить презентацию и сказать. Помните, я как-то упоминала, что есть такое страшное явление, как антителозависимое усиление инфекции. Так вот, в своем интервью Лугунов сказал о том, что, значит, вот это работает, когда у нас формируется, вот опять же, только гуморальный иммунный ответ, который непонятно, в каких таких вакцинах только гуморальный, но тем не менее. В общем, они этот эффект исследовали на приматах. Опять же, хочу спросить, где статья? Ничего себе, исследовали на приматах, почему не опубликовали. Вот. Ну, может, все-таки опубликуют. Ну, в общем, он так заверяет, что бояться этого не стоит. Но про это антителозависимое усиление инфекции я читала много где, много, ну, интервью вроде таких знающих людей, и все говорят, что, ну да, об этом надо помнить, но паниковать не надо. Ни пока, нигде не показано, что он есть этот эффект, и он работает. Вот. Это страшная вещь, потому что, грубо говоря, если вы
поставили прививку и какие-то антитела образовались, то наоборот повторное заражение антигеном приводит к еще худшим последствиям. Так, в случае, так происходит в случае вируса лихорадки денге. Но, повторюсь, для короны ничего такого не пронаблюдовано. Можно спать спокойно и, в принципе, следить за тем, как будут развиваться события с нашей гамалеевской вакциной. Я вот еще что забыла, подождите, Павел Михайлович, это тоже важно. Значит, по поводу регистрации, господи, я тоже все пыталась наконец понять, что с этой регистрацией, что мы так кричим, что мы первые в мире. Вот смотрите, вот как я понимаю это дело, дела обстоят. Мы завершили первую и вторую фазу, вот тоже когда вторую успели завершить, я ее не очень понимаю. Вот про первую мне понятно, вот 38, вот 38, вот clinical trials, все вроде есть. Когда вторая успела проскочить, и что они там исследовали, я тоже не очень понимаю, но тем не менее. Вторая, может быть, это была у них объединенная первая, вторая все-таки. И они посмотрели не только токсичность, но и образование всех этих там антител и Т-клеток, так что ли? Ну, допустим, чтобы выходить на третью фазу, а третья фаза – это несколько тысяч добровольцев, им нужно получить временную регистрацию. Это обычный процесс, который проходит любая вакцина. Да? Все посмотрели результаты первой, второй фазы и сказали: «Окей, в путь». Вот вам временная регистрация, проводите третью фазу. Но это не значит, что это зарегистрированная вакцина, все для массового применения. Просто у нас это так называется. Во всех других странах это называется скромненько разрешение на третью фазу. А у нас это называется регистрация, что очень удобно использовали, мне кажется, наши политики, заорав о том, что мы зарегистрировали вакцину. Я вас умоляю, вы видели, сколько уже третью фазу в мире проводят? Они тогда все зарегистрированы. Это дело исключительно красивых слов, что мы это назвали регистрацией и говорим, что она зарегистрирована. По сути, только через месяц начнется третья фаза. Да, она будет проходить, грубо говоря, на медиках и на врачах. Но на ком-то она должна проходить, да? Она добровольная. Если врач или медик соглашается, то есть, понимаете, как надо воспринимать? Не то, что у нас массовая вакцинация через месяц начнется, у нас начнется третья фаза клинических испытаний. Если вы хотите принять испытания в третьей фазе, пожалуйста, принимайте. Вот как это называется. А не то, что мы зарегистрировали и начали уже всех вакцинировать. Вот теперь все. Давайте вопрос. Там было сказано, что на врачах и учителях, по-моему. Ну да, ну я и говорю, на врачах, на самых уязвимых, значит, наших этих самых. Так, где там пиликал бесконечно чат? О, господи, там 22 сообщения. Там есть что-то это? Так. Что-то много. Если есть вопросы, давайте еще раз тогда. Можете прям включить микрофон, задать. Да, давайте. Потому, ну вот Павел, я прошу прощения, я не помню, как отчество Павла, как отчество Павел Белавин, как мне отчество, Павел Михайлович? Да я к нему обращаюсь без отчества. Да нет. Ладно. В общем, нерв исчез, он пишет, что через год, и потребность с ним тоже. Типа, я так понимаю, это по поводу того. Ну, Хирш-то уж точно ничего не говорит об эффективности вакцин. Ну, я смотрела ученый, ну что он из себя за исследователь хотя бы? Ну что за человек? Может, это 30-летний парниша, который вчера пришел в институт, собрал какую-то группу, а не хоп-хоп, и в продакшн, понимаете? Ну, я в этом плане смотрела. Что нет, за... Все правильно. Да. Так, может, у Вектора нет наработанной процедуры испытания на людях, нет доступа к добровольцам? Да я вас умоляю! У них отдельный корпус стоит для клинических испытаний. Только меня в моем телеграм-канале потом запарили добровольцы, куда бежать, чтобы быть добровольцем. Ну, нет. Как это у Вектора нет такой этой самой? Ну, нет. Так, а я так. Вот не понял, Рита, что это, кто так. Это написал, первая фаза на уязвимой группе, жесть. Не понял. Не знаю, что значит первая фаза на уязвимой группе, я не понимаю. Так, это кто написал? Первая. Это написала Саша Шадрина. Я могу сказать, что, ну, вообще, военные люди – это уязвимая группа, потому что их легко к чему-то принудить. И вообще-то, декларация, она запрещает использовать уязвимые группы, в принципе, вообще, даже не только в первой фазе. А то, что нас вот так сделали в обход, в общем, всех этических норм, ну, это правда как бы жесть, вообще-то, на самом деле. Понятно. Это бьет по нашей... Окей. То есть я воспринимаю этот военный госпиталь имени Бурденко, госпиталь, я не знаю, кто там, военный, не военный. Ну, окей, наверное, это справедливо.
Окей. А теперь они скажут, а это военная тайна, и мы не будем публиковать результаты на этих 38 добровольцах. Вообще огнище огненное. Это, кстати, может быть препятствием. Ну, может быть, да. Но Сергей Викторович, между прочим, так и говорил. Но это вообще будет какой-то... Ну, что они теперь? А зачем они вообще проводили? Рит, дело тут вот в чем, что вот такого, как правильно сказала Саша, если это этические правила запрещают, то такую публикацию не примут в приличный журнал. Понятно, да? Если военные считаются уязвимой группой, и на них нельзя делать первую фазу, о чем они думали? Вот вы мне скажите, о чем они думали? У нас госпиталей в России других нет, которые бы согласились провести первую фазу, я не понимаю. Ну как, снимают трубку. Вот вы, кстати, вот серьезно посмотрите, вот вы зайдите в любую клинические испытания, другой любой зарубежной вакцины, там такой будет, там список, он все время свернут. И там иногда чуть не больше сотни, там десятки госпиталей, которые принимают участие в испытаниях вакцины, понимаете, по всей стране. А не так, что у нас там закрыли в Сеченовском, что-то там кого-то, ну, и все. Ладно, это была первая фаза. На первой ладно, фазе. Ладно, молчу. Да, да. Так, Рита, а вот это вот, да. По поводу вот этого вторичного усиления, да? Ну, это так. Было на вакцинах вот такая история, или просто это общее правило? Ну как, это общее? Это, смотрите, это когда вирус умеет залазить в макрофаги, да, клетки, которые, по идее, должны его пожирать, и размножаться в нем. И вот когда он облеплет антителами, наоборот же он для макрофага становится вкуснее. То есть зачем мы облепляем вирус антителами? В том числе, потому что его макрофаги придут, узнают и скушают. Но когда вирус умеет в макрофагах не перевариваться, а там тусоваться в макрофаге, тогда вот, ну, это я, то есть это природное явление. Вот я так, явление понял. Встречались ли с таким явлением при вакцинах? Да, дело против денге, на Филиппинах конкретно, да. В чем дело? Разработали. Можно ли это, вот этого явления заранее его запланировать и избежать? Вот я так понимаю, что на обезьянах это и можно промоделировать, привить, а потом заразить коронавирусом и смотреть, нет, что... Это что называется trial and error, так сказать, программно. Нам нужен такой вектор, который этого не даст никогда. А, ну, собственно, опять же, говорится о том, что у нас должно быть сильное Т-клеточное звено иммунитета, которое не приведет к развитию вот этого синдрома. Вот векторная вакцина как раз-таки является той самой, которая развивает хорошо Т-клеточный ответ. Понял. Так, что тут? Нет, Саша, разрешение этического комитета Минздрава могло быть, но оно, может быть, не соответствовать вот этим правилам, которые приняты в журналах, так сказать, вот этой же самой Хельсинской декларации. Местный этический комитет мог разрешить. Не, я только тут с оптимистичничала по поводу вакцины, вы тут мне начинаете про то, что еще и с военными нельзя потом публиковать. Нет, это бог знает, Рита, это все вопросы действительно с публикацией и со всем прочим, да. Ну просто если они действительно теперь это опубликовать не смогут, то это грустно, ну ничего себе, а как мы, правда, должны выводы для себя делать? То, что там дочь Путина привелась или Гинзбург сам, ну извините, меня не удовлетворяет. Ладно, свою дочь живой вакциной привела. Да. Более милитой, как кое-кто, да. Так. Так, про телеграм-канал. Напишите мне куда-нибудь, и я вам скину ссылку. В соцсети напишите, я вам скину ссылку. А сюда вы можете? Я сейчас, вот если я начну сейчас копаться в десктопном телеграме, все зависнет, поэтому нет, давайте там в личном. Тем более я не то чтобы выкладываю эту совсем ссылку, а то придут из вектора и скажут, хватит тут на нас бочку гнать. Ну и вообще, я честно говоря, ну да, там предыдущие посты можно полистать, но так как я в воскресенье уже улетаю в свой университет в Миннесота, я, честно говоря, сомневаюсь, что там будет какое-то время для публикации чего-то, но посмотрим. Так, еще вопросы. Давайте, поднимайте руку и говорите же человеческим голосом. Или просто включайтесь. Нет? Ну ладно, вот, Рита, потом справа Тимус.
Последний в чате. Оттяните в конец. Последний. Это хороший, да, я вижу, хороший вопрос. Это, кстати, вот я вам вот рекомендовала вот эту вот статью ВОЗовскую. И она действительно вот про это говорит, что у нас, что у детей, да, еще не сформирована иммунная система, что у пожилых, кого нам, собственно, надо прививать, да, ну, не в случае короны, но в основном от всех других болячек мы прививаем именно младший возраст и старший. И да, действительно истощается, и вот это, на это нужны отдельные клинические испытания. Как у пожилых людей будет, как нарабатываться, будет ли защитный там титр в итоге, не будет. Ну, то есть, да, это проблема. Это две... Вот на самом деле, опять же, если вы посмотрите, допустим, у Модерна или у кого-то, тут у Оксфорда все подробненько расписано, для каждой возрастной группы это свое клиническое испытание должно быть. Мы пока испытали только от 18 там, до скольки, до 60, по-моему. Там потолок верхний, я не помню, по-моему, 60. Вот только на этой группе испытали. Так что выше, извините, до 40. Нет, не до 40. Посмотрите на Clinical Trials. Подождите, сейчас давайте вернемся. У меня там есть, по-моему, это. Не до 40, это уж было бы совсем. Так, я пока там еще, если есть, будут вопросы, давайте. А я сейчас посмотрю. Так, видите, где тут? У меня тут экранами все закрылось. Сейчас я попробую найти. Так. Ну, ёлки-палки. Да, но у меня тут не скопировано. Ну, кто-нибудь, если за компьютер, не поленитесь, нет, у кого не зависнет. Ну, просто нет, что мне интересно стало. На этой странице нет возраста. Ну, это на этой, да, я просто не скопировала сюда. Сейчас я вот... Пока там еще кто-то с вопросами определяется, я прям с телефончика сейчас зайду на Clinical Trials. До 65. До 65? Я не знаю, откуда это. Давайте мы прям по номеру. Я сейчас по номеру найду. 65 – стандартная цифра у нас сейчас. 65+. А какой тут номер? 044. Сейчас я быстренько найду. 36, уже все по номерам. 471. Сейчас мы посмотрим. Вот он, пожалуйста. Бурденко. Чего вопросов-то нет? Я думала, я сейчас это буду... Ну, Рита, ну вы все рассказали. Все, глаза открыты. Про иммунитет там. Так, ну где же возраст? Сейчас я смотрю. Description. Brief. Тра-ля-ля. Stage 1. На-на-на. На первой прям нету страницы. Надо, значит, ниже. Ну ладно, каждый может зайти. Ссылки есть. Да, до 60, вот я нашла. От 18 до 60 лет. Рита, значит, вот теперь, что, собственно, будет дальше? Значит, как я понимаю, вот сейчас они начнут вот эту третью фазу на врачах и учителях, значит, которая закончится когда? И сколько то там будет человек? Как? Конца года. Нет, сколько у нас сейчас? Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Месяца 4, насколько я понимаю. До конца года. Так, а потом, когда можно ожидать действительно массовой вакцины? Ну вот, с нового года. То есть уже... Они там должны собрать, проанализировать все-все-все вот всех этих тысяч, которые привьют за эти месяцы. То есть тут еще фишка-то в чем? Что значит третья фаза? Это значит, что людей привьют, и кто-то из них обязательно столкнется с настоящим коронавирусом. Ну, там же как-то надо оценить, защищает или нет. Насколько я понимаю, вот там месяца, ну, 4 как раз и должно, вот это какой-то минимум супер. Слушайте, а вот как это контролируется, столкновение с коронавирусом? А вот не знаю, кстати, хороший вопрос. Не знаю, надо разбираться, как это контролируется. А вообще в случае вакцин, вообще как? Не знаю. Не могу сказать. Что называется, позитивный-то контроль там есть? Не знаю. Надо, Сергей Викторович по-любому знает, я нет. Надо читать. Так, хорошо. Теперь, а по поводу просто производства. На чем это выращивают? На куриных эмбрионах или как? Нет, это выращивают на культуре клеток АД-200, ну, в смысле, не АД, а 293 хек. Это клетки почки эмбриона человека.
Сейчас опять начнется, на эмбрионах. Это клеточная культура. Не, ну тут нормальные все люди, но потом на Ютьюбе будут смотреть, может быть, там все, кому не лень, будут орать от этих эмбрионов. То есть на миллионах доз, то есть миллионы доз будут получены на этой клеточной... Это нормальная практика, 293-я культура, ну, по-моему, 293-я, потому что это лицензированная культура, она как из-за того, что, видите, аденовирус же не может размножаться, да, он же с делециями в геноме, с удалением участков генома, а эта культура, в нее, в хромосомы клеток этой культуры встроен фрагмент аденовируса, который удален в вакцинном штамме, и она позволяет его нарабатывать. На 293-й давно и уже все нарабатывается, все отлично. Потом собирается, очищается и в путь. Так, вот тут вопрос какой-нибудь, где китайцы еще не прививают массово? Ну я не честно, я уже не помню, какая у кого фаза идет. Можно зайти посмотреть, не помню. Но масса, я еще раз говорю, вот эти две заапрувленные, которые у нас были в самом начале в «Нью-Йорк Таймс», которые... приводила. Я не потрудилась посмотреть, кто. Но я, по крайней мере, в новостях бы точно прогремела, что прям какая-то страна вот уже начала. Вы понимаете, третья фаза, это уже несколько тысяч человек. Это уже как бы дело набирает свои обороты. Павел, я не понял, что такое контроль коронавируса статистически? Это что значит? Типа сколько было, сколько стало с прививками? Павел, если никто не заболел... То есть не привит... Ну, слушайте, точно, это же очевидно. Смотрят не привитую группу, сколько среди них заболели, сколько в привитых заболели, вот и все, вот тебе разница. Да, что там вообще... А какой, кстати, стандарт... Голова не работает. Какой здесь стандарт для, ну, таких хорошо... Я не назову вам цифры, Ну, скажем так, 1 на 1000, 1 на 10 тысяч. Я не знаю. Это зависит от инфекции. Сейчас коронавирусом... Не знаю я, какие там будут показатели. Ну, должна быть статистическая достоверная разница между тем, кто привит, и тем, кто не привит. Чтобы сказать, что вакцина действует. Я вот так это понимаю. А сколько она там должна быть, как? Ну, я ей-богу не знаю, как это оценивают. Не буду врать. Так, хорошо. Да, привитых будут специально заражать? Специально никто не будет заражать, потому что нет лекарства от короны. Поэтому это сейчас будет, конечно же, все неэтично. Никто не будет. Да. Так, я прошу прощения, но нам, да, мне уже там звонят, что к дитю надо бежать, и поэтому я думаю, что надо это закруглять. Отдельное вам спасибо. Значит, возвращайтесь скорее. И, ну, я думаю, что... Ну, я вас уговорю еще на парочку оттуда уже эту самую лекцию сделать. Хорошо, Рит? У нас 12-часовая разница, поэтому если вы там, не знаю, в 9 вечера, в 8 утра, там, пожалуйста. Рита, на вас всегда соберется народ. Да, да, да. Рита, удачи вам. Счастливо. Всем спасибо. Запись, у меня идет запись, часто выложу на YouTube. Всем пока. Всем до свидания. Так, что у меня здесь? Так, она сейчас пойдет на запись. End for all. Рита, пока! Давай.